Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня мы посмотрим имба, просто имба юнита. Спасибо Воксову за то, что мне его дал. Solar Flare TV Man с 90 тысяч уроном, ребят. Прямо сейчас мы отправимся и его посмотрим. И быстренько, ребят, сейчас распаковка, тем более то, что вы мне подарили, я просто в шоке. Спасибо большое за 32 тысячи, ребята. За 30 тысяч плюс кай я добавляю в друзья, поэтому я добавил парня в друзья. Сейчас мы очень быстренько на X2 прокруточки все посмотрим, но, ребята, спасибо за торча. Так, тут истеры, сигулы, чиф, 18 плюс 12, ну, в принципе, это 30 тысяч те же. И сейчас, ребята, будет самый, наверное, крутой подарок, который когда-либо мне кто-то дарил в этой игре. Это, ребята, что вы думаете? Ну, какие предположения? DJ TV Mail от Hair GX 3000. Не знаю, надо ли было его там добавить, друзья, он не просил, но за такой подарок я, конечно же, добавил. Я в шоке, ребята. Такой дорогой юнит мне еще никто не дарил. Спасибо, спасибо, просто огромезное. Теперь у меня их есть два, есть запасной. Так, ну и сейчас быстренько расставляем фермочки. Я выбрал вот такой вот состав. Поставлю вот этого флейма. Мне очень понравился этот юнит, потому что он и замедляет, и убивает. И стоит недорого, всего 500. Вначале он очень, видите, неплохо справляется со своей задачей. Дальше, ребята, я просто ставлю их немножечко побольше. Будем увеличивать количество этих флеймов. Ну и, собственно, потихонечку проходить. Так, давайте сюда еще поставим, чтобы они страховали друг друга. Взял еще дрончика, потому что я думаю, что этот новый юнит, он тоже будет не сильно противостоять, скажем так, оглушениям хорошо, поэтому беру дрона с собой. Забываю, что на этой карте 6 слотов, можно было взять еще диджея ТВ-мена для прикола, посмотреть, сколько бы было, если бы он увеличил. Ну, если посчитать, у него 90 тысяч ДПС, то тогда увеличивает он на 25%, это где-то 25 тысяч, грубо говоря, он еще добавит. Ну, там 24, 22, даже меньше, да, 4,5, давайте посчитаем. Это 22,5 тысячи добавит. Ну, итого у него будет где-то, короче, около 112 тысяч урона с DJ TV-меном. Ну и плюс у него будет получше разлет. Так, ну ладно, ребята, отвлекся я немножко. Я уже его первого поставил, 15 тысяч он сносит. И небольшой ранч, у него всего 25. Но уже сейчас у него сразу есть, ребята, флейм, ну, от взрыва, скажем так, сплэшек на шестерочку. Explosion Radius, что не может не радовать. В целом, ребята, очень классный юнит, я просто в шоке, если честно, потому что у него есть очень классная способность. Он может бить на 360 градусов, и сейчас мы это протестим. Так, давайте ему еще радиус, наверное, нижнего увеличим, потому что он очень маленький. И видите, сразу я поставил дрончика, потому что вижу, что начинает оглушать. Нам это не подходит, оглушение нам не нужно. Нам надо хорошенько прокачаться. Ну, вот смотрите, я немножко качнул, 35 радиус тоже небольшой, а вот следующий уже будет хороший. Но для него надо 20 тысяч. Прокачка не так, чтобы очень прям дешевая у этого юнита. Ну, начнем с того, что поставить, только поставить его стоит 5 тысяч, ребят. Это 5 тысяч, чтобы вы понимали, это, ну, стоимость ультимейта. Ну, как бы даже золотой, кстати, ультимейт 3500, а вот второй дрель, я не помню, кстати, он может как раз где-то около 4000 стоить. На это стоит 5000, то есть вообще. Так, смотрите, ребят, сейчас самое интересное. У него есть два кружочка и 70 тысяч урона, но урон он наносит не каждую секунду, а раз в 2 секунды. То есть фактически в секунду у него ДПС 35 тысяч. Но самое интересное, что, ребят, по-моему, уже даже с третьего уровня начиная, у него, тут непонятно, по-моему, уже действует 360 градусов атака. По-моему, один из кругов уже наносит 360 тысяч. Ладно, давайте 40 тысяч еще дождемся, докачаем до конца, посмотрим, что он будет представлять себе в топ-комплектации, так сказать. Сейчас мы видим два кружочка, но непонятно, что он делает. Вау! Вот это да, вот это на 360 градусов, наверное, да, когда желтый, помните? Так, все, давайте, ребят, по-другому сделаем. Я поубираю всех вот этих юнитов отсюда, чтобы они не мешали. И теперь буду прокачивать вот здесь вот только одного юнита, Solar Flame TV Man. И мы посмотрим, как он будет действовать. Где у него 360 градусов начнет работать, где оно не будет работать и так далее. Так, еще 20 тысяч мне надо.
И будем уже тестить, будем уже смотреть. Так, что-то его постоянно вырубает, но хорошо, у меня есть дрончик. Я думаю, что, может, чуть-чуть попозже поставлю дрончика прямо на него, чтобы его не выключало. Итак, есть. Двадцаточка. Прилетела двадцаточка, ребята, два кружочка. Два кружочка есть, да? Так, смотрим. Вот они залетают. Ага, смотрите, короче, ребята, какая ситуация. Как только они залетают во второй круг, не в первый, а во второй, они начинают гореть. Видите? И у них вот справа, их никто не атакует. Ну, этот иногда их тоже атакует, но редко. Короче, получается, вот этот вот первый круг, он их поджигает и вместе с поджиганием наносится им урон. Слушайте, ну прикольно. А когда на максималке... Ну, то же самое происходит. То есть, получается, ты в кругу этом на 360 атакуешь, а как только они в первый кружочек заезжают, видите, они все тоже начинают, по-моему, чуть-чуть, да, подгорать немножко. Прикольно. Ну, в общем, у нас есть урон, есть на 360 урон, есть пассивный урон, который поджигает, и они тоже начинают гореть. Ну, короче, ребят, это очень прикольный юнит, поэтому обязательно геймпасик до конца пройдите, чтобы его получить. За 60 тиров вы можете его получить, и уже прямо сейчас вы видите, что его многие получают, так что им можно уже пользоваться, так сказать, его можно уже получать. Поэтому, кто активно играет, его уже получил. Продает его где-то от, начиная от 115-120 тысяч, ну и там уже до 200 тысяч. То есть цены разные, но вот где-то за 115-120 тысяч, в принципе, довольно-таки возможно его купить для тех, кому лень прокачиваться. Я, наверное, тоже его куплю, но где-то через недельку, а то и две, когда он подешевеет. Я думаю, что где-то, ну, может, он еще опустится, потому что его получить довольно-таки несложно. И все, некоторые будут делать вторые аккаунты, чтобы его получить и перепродать. Поэтому реальная цена, думаю, где-то снизится до 60, может быть, даже 50 тысяч. Но очень классный юнит, повторяюсь, ребят. Очень интересно теперь посмотреть, что он будет делать непосредственно в Endless, когда будет таких юнитов 100 штук. Вот там, я думаю, вот там вот будет очень-очень все прикольно. Надеюсь, что ребята прокачают его, я его тоже смогу получить и записать подобное видео. Так что, ребята, классный юнит, рекомендую. Справляется на ура абсолютно со всеми проблемами. На этом у меня все, ребята. Ставим лайк, подписываемся, кто этого еще не сделал. И спасибо за просмотр. Всем пока!